Привет, друзья, подписчики мои! У нас сегодня будет батл 4 сезона против 5 сезона. Итак, что мы делаем в первую очередь? Мы берем волчок любой отсюда. Это у нас Мираж Фафнир. И второй волчок отсюда. Биг Бэнг Енезис. Два просто пушечных волчка. Итак, давайте начинать батл. Первый раунд, поехали. Мираж. Биг Бэнг. Бэнг-бэнг-бэнг, бэта в здании. Я хочу сказать, что если, допустим, третий сезон, если не брать в расчет Феникса и Геркулеса, уступает четвертому и пятому, то здесь чисто по внешнему виду и пятый, и четвертый сезон примерно равны. Проигрывает у нас Биг Бэнг и Енезис очко в пользу команды пятого сезона. Идем дальше. Следующие два соперника. Глайдер Рагнарёк против Юнион Ахиллеса. Ну что ж, на это будет интересно посмотреть. Погнали. Бёрсту, бёрсту, бёрсту. Юнион против Глайда. Пока 1-0. И Юнион профуфыкивают свою возможность. Понятно, Рагнарёк даже не вспотел. 2-0. Следующие два соперника. Лорд Сприган против Слэш Валькирии. Вернее, Брейв Валькирии. Итак, 3-2-1, go shoot. 3-2-1, go shoot. Я думаю, что у Лорда Спригана ни единого шанса. Так оно и получилось. Следующий раунд. Дред Бахамут против Супер Хайпериона. Интересный будет бой. Интересненький, интересненький. Бейблейду. Бёрст. Бейблейду бурст. Да, Дред Бахамут занимает центр ринга. Супер Хайперион вращается вокруг него. Ничего особенного сверхъестественного не происходит. Но, тем не менее, бой идет. Бой идет, бой длится. И это очень хорошо. Мне нравится, как чип торчит. Он вообще как будто недвижимый. И здесь, скорее всего, Хайперион проиграет. Хотя... Нет, Хайперион одолевает Дред Бахамут. У нас счет получается 4-0 в пользу пятого. Идем дальше. Другой Хайперион против Мастера Диаблоса. Хайперион, который из набора с ареной. Посмотрим. Два волчка суперскоростных. Мастер Диаболос забивает Хайпериона. Одно очко в пользу четвертого сезона. Идем дальше. Левосторонний против Империала Дрэгона. Вот это будет сейчас жара-жаришка-жаришечка. Поехали, Бейблейду. Бёрст. Такс. Есть ли шансы у Кинга Гелиуса? Да, Imperial Dragon побеждает. Ну, видишь, как здоровые волчки побеждают. Идем дальше. Рандомный Рагнарёк против Джагмен Джокера. Хорош. Давайте переиграем бой, потому что, по идее, проиграл Джокер, но выбивание с ринга все-таки произошло. Я считаю, что это ничья. Хотя, по факту, первым, конечно, взорвался Джокер, а потом уже вылетел Рагнарёк. Поехали. Бейблейду. Эх, криво запустил Рагнарёка, не считалось. Не считалось. Бейблейду. Джокер все-таки выбрасывает, и в этот раз без потери силы. Но хотя, да, вообще не разобрался. Красавчик Джокер. Идем дальше. Юнион Диаболос против Кинга Гелиуса. Поехали. Бейблейду. Дебюрс. Выбивание с ринга для Кинга Гелиуса. Да, Кинг Гелиус является слабейшим волчком пятого сезона, хотя Фафнир... Сатан. Тоже немножко слабоват. Идем дальше. Край Сатан против Райса Диаболоса. 4, кстати, счет 4-4 сейчас сравнялся пятый с четвертым. Поехали. Сатаниус против Райса.
И Arise проигрывает, друзья мои, к сожалению. Сатан сегодня красавчик. И пока что финальный бой в первом раунде. Эйс Ашура против новенького Сатомба. Поехали. Бейблейду. Дос. Итак, пока счет у нас 5-4 в пользу пятого сезона. 5-4, да? И дальше будем уже играть тех, кто победил. Уже будем брать тех, кто победил. Проигрывает у нас Сатомб. И, друзья, у нас получаются финальные раунды. Пошли, ну, не финальные, а предфинальные раунды. 5 на 5. Погнали. Берем двух соперников рандомно. Imperial Dragon против Super Hyperion. В первом раунде у нас получилась ничья. 5-5 счет. Офигеть, круто, как совпало. Так, не могу Hyperion я поставить на левую пускалку, потому что он не с левой запускается. Супер Хайперион наносит атаки Империалу, но мне кажется, все это дело бесполезно. И да, Хайперион проигрывает. Идем дальше. Буши Нашура против Брейв Валькирии. Погнали! Не совсем это считалось, но переигрывать я не буду. Такое вполне может быть, потому что столкновение было. Я вернул Валькирию, но мне кажется, уже, к сожалению, без шансов. Да, счет 2-0 в пользу четвертого. Сатан против Юнион Диаболоса. Поехали. Итак. Юнион проигрывает. Дальше. Рагнарёк против Диаболоса. Счет 2-1 в пользу четвертого сезона. Взрывной финиш. Первый, кстати, за сегодня. И именно, к сожалению, Рагнарёк. Но это у нас сегодня взрывы не особо считаются. Поэтому у нас счет 3-1 в пользу четвертого. Финальный раунд. Джагман Джокер против Мираж Фафнира. Погнали. Итак, в первом поединке у нас счет был 5-5, во втором у нас 3-2, у соперников все меньше и меньше, вот, поэтому остаются два, Мираж и Сатан, и Мастер Империал и Эйс Ашура с другой стороны. Что ж, это будет интересно и эпично. Первые соперники — это Кёр Сатан против Эйс Ашуры. Опа! Выбивание с ринга. И неужели вся надежда пятого сезона на Мираж Фафнира? Вот это будет, конечно, интересно и эпично. Итак, погнали. Фафнир. Империал. Бойцы пока сталкиваются, пока Мираж не уступает. Если Мираж проигрывает сейчас, то все. Если выигрывает, то ему надо победить еще Мастера и Эйс Ашуру. А, нет, Империал Драгон был сильнее. Что ж, друзья, вот такой у нас сегодня был батл. Четвертый сезон оказался немножко сегодня посильнее, чем пятый. Возможно, здесь у нас дело в соперниках, потому что вот эти, конечно, три — это вообще имбовые ребята. У нас, в принципе, еще остались здесь атакующий Лангинус, Слэш Валкири, Звей Багамут. В принципе, такие соперники оставались. Ну, а пятый проявил сегодня себя немножечко послабее. Друзья, если вам понравилось такое видео, если хотите больше батлов, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Сегодня ролик уже новая, распаковка рандом бустера, 8 часов. На этом сегодня все. Лучший ведущий Бейзон. Огромное спасибо вам всем, что вы сегодня подписываетесь, ставите лайки и нажимаете на дин-дин-дон, дигидон колокольчик. Всем удачи, всем пока-пока. Не забывайте про подписочку оформлять. Все, всем до новых встреч. Фафнир сегодня держался молодцом, но не смог он, к сожалению, потянуть на себе весь сезон. Всем удачи, всем пока-пока.